модель Nokia 2323 Classic. В принципе, бюджетный сегмент Nokia, недорогой, цена на дату публикации видео 2790. Из наворотов радио, наушники, естественно, в комплекте, ну, цветной дисплей, это естественно, можно сказать, дизайн. Сзади дешевый пластик, клавиатурка большая, клавиатура выглядит богато. Хромированная окантовка, джойстик, это потому что это не хром, это прозрачная пластмасса. Наушники стерео для радио, по ним можно также разговаривать. Зарядное устройство в сеть 2,0 мм. Аккумулятор BL5C 1020 мА. Ну, инструкция на русском языке, естественно. Открывается аппарат сверху на вот эту кнопку. Проблем с открыванием аппарата не возникает. Интересен людям будет тем, как второй аппарат можно использовать. Также есть наличие Bluetooth, то есть всякие КПК, выход в интернет, пожалуйста. Либо для бабушек, для дедушек. Чем интересно будет. Большие часики, новая особенность прошивки. Большие контакты. Просто все на дисплее будет очень крупно. Но часы удивляют. Насчет громкости аппарата. Не самый тихий, не самый громкий. Уверенность середина. Динамик располагается здесь. При закрытии динамика аппарат слышен. В кармане, в сумке без проблем. Камеры, естественно, нету. Повторюсь, Bluetooth 2.0, выход в интернет, радио. Вот такая вот машина. Здесь находится в левом верхнем торце сбоку разъемы под наушники 2,5 мм мини-джек, зарядное устройство в сеть и кабель для сервисного центра. Все это дело оборудовано заглушкой.